Всем большущий привет, уважаемые зрители. Сегодня в гостях у нас на интервью КС, капитан команды One Shot, победители топ-1 Road to Pro League эпизод 2. Команда, которая забрала главный приз на втором эпизоде и получила возможность пройти в гранд-финал третьего эпизода. Здравствуй, КС. Ну, здравствуй. Ну что ж, дорогой, расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях. Что ты чувствуешь и какие эмоции были после взятия как раз-таки топ-1? Ну, смотря вот сравнить, если с первым эпизодом, то эмоции, конечно, были, ну как, чуть поменьше, потому что мы, вот когда завершилась последняя катка, мы не знали точно, какое у нас место, мы только догадывались, что мы где-то в топ-2, топ-1. Но после уже... как раз оглашение результатов, как бы топ-1, все довольны, все мы прошли следующий этап. Да, у вас была хорошая позиция и на первом эпизоде, а вот теперь, соответственно, у вас уже есть топчик-1 во всей красоте. Команда в целом готова для борьбы на третьем эпизоде и возможном проходе на Road to Pro League? Ну, я думаю, что команда готова, только тренировки как бы не помешают, время еще есть, мы уже тренируемся. Угу. У вас ежедневные тренировки проходят? Примерно по сколько времени на это тратите? Ну, примерно 3-4 часа у нас там по 2-3 тренировки. Обычных турниров, там 2 турнира или 3 сыграем, и тогда еще тренировка есть, это уже отдельные. Расскажи, пожалуйста, об атмосфере, которая сейчас происходит внутри коллектива. То есть, как вы реагируете на поражение, какие-то проблемы в коллективе, как это все вот решается? Просто этот вопрос очень важен как раз-таки для молодых коллективов, которые тоже будут расти вместе с вами. И очень бы хотелось услышать ваш опыт и вашу историю в этом вопросе. Ну, на самом деле, команда у нас очень эмоциональная, поэтому каждая победа, каждое поражение для нас важны. Мы, ну, как, ну, подготовка нам дала возможность прям хорошо отыграть и показать себя. Ну, вот вы... Нет такого, чтобы хейт, там, какое-то поражение, начинаете друг друга там оскорблять, грубо говоря. Все спокойно, идет разбор ошибок. Да-да-да, разбор ошибок, и мы решаем вопросы. Вот это очень правильно, молодцы. Так, хорошо. Теперь какие есть планы? То есть сейчас будет третий эпизод, после него Pro-лига. Как бы ну, планы, я думаю... Как и у каждой команды, которая проходит эти эпизоды, хотим попасть в Pro-лигу, а потом уже увидим, думаю, у нас что-то может еще получиться. А, кстати, у вас коллектив молодой? Сколько примерно? Да, молодой. Мы, ну, это коллектив, мои, ну, друзья мы все познакомились в игре, соответственно, дружили, там прошли квалификацию, попали на турнир. Ну, играем вместе где-то, ну, турниры 2 месяца примерно играем, так... Прекрасно. Да, ну, очень, мне кажется, молодой это коллектив. Нет, 2 месяца это... Еще кучу всего придется пройти вместе. Так что желаю в этом вопросе только удачи. Так, хорошо. КС, теперь у меня самый главный вопрос. Прошло 2 эпизода, на которых вы принимали участие. Какие бы коллективы хотели отметить? Что вам понравилось, что нет? И кого вы считаете... Точнее, какую команду вы считаете для себя соперником? Ну, вот смотря на первый эпизод, мы думали, что команда «Избранные» покажет также хорошие результаты. Мы хотели видеть их тройки. Также команда «XL Original». Прекрасная команда. Мы там знакомы с несколькими игроками. Очень хорошие парни. Ну, а так по новичкам я там не очень... Не знаю. Почти никого не знаю. Да, действительно. Только One Live, которые уже играли на Pro-лиге. Вот они нам известны. Угу. Ну, ничего. Для того как раз-таки эта лига и есть, чтобы дальше появлялись новые звезды, как вы. Хорошо. Мне очень приятно было услышать твои ответы, КС. Я надеюсь, что вы будете радовать нас своим присутствием на профессиональной лиге. Растите, развивайтесь. И напоследок я бы хотел услышать от тебя совет для как раз-таки начинающих команд, которые точно так же потихонечку формируются, собираются и хотят принять участие на дороге в Pro-лигу.
Ой, желаю всем терпения. Не знаю, там много тренируйтесь, играйте турниры много, развивайте свою команду. Просто не стойте на месте. И у вас все получится особенно. Абсолютно согласен. КС, огромное еще раз тебе спасибо. Большой привет для тебя и твоего коллектива. До скорых встреч. До скорых встреч.